Здравствуйте, это программа «Красота требуется» и я, Елена Кузовкина. Так случилось, что большинство наших героинь – это мамочки, которые воспитывают особенных детей. Людмила Медведева – одна из таких женщин. Практически 24 часа в сутки она проводит со своим ребенком. И участие в нашем проекте для молодой женщины – это возможность рассказать и показать окружающим, что особенный ребенок – это особенная, но при этом яркая жизнь. Маленькая Дарье 7 лет, и только в январе этого года девочка начала самостоятельно ходить. Для Людмилы желанный и пока единственный ребенок развивается не так, как обычные дети. Но родители делают все, чтобы Даша, вопреки диагнозу, могла жить полноценной жизнью. Мы до сих пор как бы и не говорим, у нас нет в семье таких, что у нас какой-то особенный ребенок или больной ребенок. Для нас она абсолютно здоровый человек, так как это первый ребенок, мы не знаем, как дети развиваются. Для нас это норма. Людмила ради ребенка бросила работу, но при этом вся семья приобрела новое хобби. Медведевы встали на лыжи. Мы поставили впервые ребенка на лыжи, чему она была очень довольна, причем при диагнозе ДЦП это очень хорошая динамика в развитии. Мы отправляемся в фитнес-клуб. Программа тренировок здесь разработана исключительно для женщин. Для Людмилы это настоящая находка. Полноценная тренировка длится всего 30 минут. Состоит она из 5 компонентов фитнеса, от разминки до растяжки. Похудеть не всегда – это основная цель наших клиентов. В первую очередь нам нужно что? Здоровье, энергия и позитивное настроение, чтобы идти дальше и одерживать победы. Так называемые би-позитивные тренажеры прокачивают сразу две параллельные мышцы. Подобные занятия одобрили даже медики. Чтобы получить положительный результат, необходимо пройти 3 круга. На каждый из этапов отводится по 30 секунд. Еще жим назад и вверх с силой. И уже наверх. Молодцы. Чувствуете мышцы? Людмила призналась, что до встречи с нами никогда не посещала фитнес-залы. Боялась изнурительных нагрузок, да и свободного времени у молодой мамы практически нет. Но сегодня женщина поняла, что поддерживать свою физическую форму и красоту не так уж и сложно. Наша героиня получила в подарок 3 бесплатных занятия в этом зале и разработанное специально для нее меню здорового питания. Я поняла, что это интересно, в принципе, даже и не тяжело, если под предводительством инструктора, то все, в принципе, здорово. Мне очень понравилось. Мы с вами находимся в магазине спортивной одежды. Я надеюсь, что профессиональные продавцы и консультанты нам помогут с выбором. Качественный горнолыжный костюм – это то, о чем сейчас мечтает наша героиня. Чтобы не сковывал движение и согревал в самые лютые морозы. Вот такая куртка с мембранной основой, по заверению продавца-консультанта, долго сохраняет тепло по принципу термоса. А если дополнить костюм яркой спортивной шапочкой, будет не только комфортно, но и красиво. В магазине спортивной одежды «Спортхаус» наши героини предложили сразу несколько вариантов для активного отдыха и занятий фитнесом. Российских и турецких производителей. Вот в таком утепленном костюме, который даже после многочисленных стирок не потеряет свой цвет и качество, нашей героине будет комфортно и в повседневной жизни. Здесь же представлена коллекция одежды фирмы «Форвард». Именно на ней остановила свой выбор олимпийская сборная нашей страны. Еще у нас очень хорошая зимняя обувь. Российских производителей, польских производителей. Полностью натуральная кожа, натуральный мех. Есть на цигеечке, есть на шерсти. Постоянным покупателям «Спортхаус» предлагают беспроигрышные акции и накопительную систему скидок. А наша героиня после посещения этого отдела поняла, что уже готова ставить свои личные спортивные рекорды. Мы, как участницы проекта, хотим вам подарить вот такую футболочку. Спасибо большое. Благодарим за участие в съемках программы магазин спортивной одежды «Спортхаус». Здесь представлена новая коллекция для зимы и активного отдыха. Куртки, толстовки, спортивные горнолыжные костюмы, трико и футболки. Удобная обувь на любой сезон. Для своих постоянных покупателей в «Спортхаус» объявили беспроигрышную акцию. Каждые 3 месяца подводят результаты. Победители получают приятные подарки. И еще, если вы придете за покупками в «Спортхаус» всей семьей, приобретете хорошую скидку – на одежду для города, спорта и отдыха. «Спортхаус» – твой стиль, твои правила. Все еще думаешь, что занятия фитнесом не для тебя, что это сложно и дорого? Сеть фитнес-клубов «Fitcurse» развеет твои сомнения.
здесь женщины любого возраста и физических возможностей смогут укрепить свое здоровье и поднять настроение. Профессиональные инструкторы подберут индивидуальную нагрузку. Все тренажеры разработаны с участием медиков и оказывают терапевтический эффект. Полный комплекс упражнений займет у вас всего 30 минут. Более 10 миллионов женщин в 90 странах мира уже достигли своих результатов благодаря FitCures. Присоединяйся и ты! Мы не ставили перед собой задачу преобразить или изменить имидж нашей героини. Мы хотели подарить ей бодрость и хорошее настроение. Ведь многие женщины порой забывают, что помимо домашних хлопот и постоянных занятий с ребенком, нужно находить время и для себя. Это была программа «Красота требуется» и я, Елена Кузовкина. До встречи!